show you how to play first. But could you go and just freeze? Freeze. Now you freeze like you will. Like, freeze. Now the other members, you can melt him. Not the robot, you can melt him. Don't melt him. That's wrong, sir. That's wrong. Freeze. Yeah. Don, I don't think we need to melt. Freeze! Итак, у нас було freeze, у нас було melt. Freeze! Hello? Melt! У нас було freeze, у нас було melt. Все свободно. Антифриз. Сейчас, продолжим, короче. И, наконец, у нас домик, да? Домик — это такая вещь, которая находится над землей. Everything that is above the ground is safe. Домики будут safe. Repeat. Safe. То есть, когда вы налазишь вот так, вот ты говоришь safe. Safe. Ты в домике. В домике можно находиться до свистка. Тогда все, кто находится в домике, домики отменяются и сразу бегают. Понятно? Итак, давайте сначала с одним водой сыграем пока, да? Я не буду. Ты вода. Ну, да, окей. Роберто, вода. Итак, вода, до тех пор, пока вода не сказал freeze, никто ничего не делает, ты можешь бегать сколько угодно, да? Как только до тебя дотронулись, и он сказал freeze, ты замерзаешь. А если сказать freeze, другие могут тебе помочь, и помочь, подбежав к тебе и сказать, дотронулся и сказав melt. Оттаять. Спрятаться можно в домике, сказав safe. Safe. Все, что выше земли, это домики. Safe. Все обратно на исходную позицию. Артур замерз. В домике находимся до списка. You can be safe until you hear a whistle. But домиков нет. You're not safe now. Houses, everyone who's in the houses, you're not safe. No, get off. Get off. Not safe. Get off. Get off. Get off, Slizai. Get off. Thank you.